Всем привет, с вами Танами, я играю в Sims 4, и в прошлый раз я вам показала новый домик. Я его немножко дообставила. Так, Димитро у нас картину рисует, я его немножко дообставила. Значит, теперь у нас в гостиной вот есть такие две зоны. Тут зона для того, чтобы смотреть телевизор, но телевизора у нас пока нет, потому что денег не хватило. А тут такая детская зона. Почему окна разных цветов? Вот такой вот вопрос. Надо бы это исправить. Сейчас исправим. Скорее всего, окно просто глючное было, потому что мне пришлось его... Я его как передвигала, не передвигала, но все равно оставалось таким черным. Так, Ксюша у нас хочет в туалет. Агата у нас купается. Лаврентиус. Да, кстати, началось собрание клуба по ни одной причине. Ох уж эти дети. А, Гоша у нас скоро проснется. Закончить собрание нам сейчас это не нужно. Потом начнем собрание. Я, кстати, переделала клубы. Теперь у... детей ананасисов будет клуб ананасики, а у подростков ананасы. И я специально клуб сделала для Ксюши, чтобы она там изучала навык комедии. Нам нужно будет поставить микрофон. Как только будет... Ой, а ты что, пришла? Виктория, ты пришла брательника навестить, что ли? И нам нужно строить второй санузел, потому что одного нам не хватает. Принять душ. Так, Агата, что ты хочешь? Агаточка хочет кушать. Она как раз идет кушать. Димитра, ты дорисовала? Да, она дорисовала картинку. Мы ее повесим на стену. Только вот куда ее вешать? Я вот без понятия, я не знаю. Я не знаю, куда картинки вешать, которые Димитра будет рисовать. Давайте пока на эту стену будем вешать. Мы это делаем для того, чтобы ей выполнить жизненную цель. У нее вон какая жизненная цель. 104 тысячи, почти 105. И давай, Димитра, что ты хочешь? Ты хочешь быть дружелюбной с Ильей? Окей, будешь. И узнать лучше Ксению. Так, Ксюша на кухне стоит. Давайте выполним это действие, узнать лучше. Так, где-то дружелюбные. Так, 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 так. Где-то было тут. Узнать лучше. Узнать лучше. Есть такое. Дальше. Как только Гоша проснется, я устрою собрание клуба. А чё ты... Это чья домашка, господи. Почему ты стоя кушаешь? Я не поняла. А давайте проверим стульчики. Может, они не седабельные? Так, Димитрочка, ты выполнила? Да, она выполнила. Купить джакузи я не буду пока этого делать. Она хочет нарисовать сюрреалистичную картину. Нормально садятся. Стол, что ли, маленький? Эй, что ты встаешь? Иди сюда. А, хочет быть дружелюбной с Ксюшей. Давай. Другие варианты. Восторгаться леденцом. А наш Гошенька проснулся. Давайте-ка устроим собрание клуба. Так, 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 так. Собрание началось. Хорошо, ему нужно... Почему невнимательное настроение? Вот это непонятно. Потому что я поставила, купила награду. Где она тут?
Где-то вот. Внимательная клубная атмосфера. Внимательная клубная атмосфера сделает всех персонажей на собрании клуба внимательными. А ему нужно выполнить два раза домашнее задание, будучи внимательным. Так, Агата. Нужно будет детей всех в гостиную переместить. Господи, я уже запуталась в этом доме. Он такой большой по сравнению с тем, что у нас было. Где? А вот гостиная. И идти сюда вместе. Подожди своими космическими монстрами. Так. Давайте, ребята. И нам нужно делать домашнее задание. А, у него выполнено, что ли, домашнее задание? Давайте-ка, ребятки. И у них у всех выполнено, что ли? Ё-моё. Значит, две картины, находясь во вдохновленном состоянии. Как бы нам это вдохновление получить? Я, кстати, знаю, кажись. Принять настраивающий на в размышлении душ. Давайте, он примет и потом пойдет рисовать картинку. Одну он нарисовал, и нарисуешь еще одну. А наш Гоша будет прокачивать монстрика. Шестой. Да. Давай, прокачивай. Остальные дети не знают, чем займутся. Димитра хочет, она сказала, нарисовать всю реалистичную картину. Давайте дадим ей такое действие большое. А Ксюша пойдет. О боже. Ну зачем вы друг другу в ванну заходите? Так. Полина Мамонтова, кстати, сестренка нашего Илюши. Она такая классная. Так, Ксюша, давай, пока душ не освободился, ты будешь изучать, вот, читать книгу комедия. А тарелочку мы выбросим. Выбросим в нанобак. Вот она тут. А, не то. Вот. Так. Кстати, Илюша наш рыбачит. Вау, Лукреция! Нифига себе! Блин, прикольно. Так, Илья, что там у тебя? Поймать на наживку 5 рыб. Отлично порыбачить 6 раз и достичь 6 уровня в навыке рыбная ловля. Ну, пусть он докачивает навык. И я хочу наших ребят сводить на свидание все-таки. Но пока что зачать ребенка я им не могу, потому что у них нет такого желания. Будем ждать. И да, по поводу дополнения питомца, я его пока не купила. Может, в скором времени я его куплю. Кстати, они могут между собой общаться? Давайте посмотрим. Поднять настроение, обсудить интересы. Надеюсь, могут. Так, детки в клубе тусуются. Почему не работает вот эта внимательная атмосфера? Давай, Гоша, подожди. Отменить. Забери. Забирай. Так, давай потренируем. Вот его, давай. Агата, что у тебя? Тебе надо 3 партии в шахматы, но шахмат у нас, к сожалению, пока что нету. Она хочет восхищаться новым шоу. Вот где ребята? Куда дети делись? Боже. О, смотрите-ка, как они тут классно. Вот давай с Анжелой пообщаешься, обсудишь новое шоу.
Дружелюбные, жаловаться, искренне восхищаться новым шоу. Лаврентиус у нас пока что рисует картинку, он вдохновленный. Он хочет узнать лучше Ксению. Вау! Жизненная цель выполнена? Ага. Достичь 5-го уровня в навыке творческих способностей, играть с 3 игрушками. Хорошо. Творчество мы ему прокачаем. Вот эти картинки мы продадим. Да, ребенок, мы продадим твои картиночки. Книжной полочки у нас пока нету. Он хочет узнать лучше Ксению. Давайте дадим такое действие. Ксюша, ты где? Ксюшенька? Смотрите, все мамонтовы приперлись к нам. Отлично. В гости зашли. Так, узнать лучше. Дружелюбные действия. И, кстати, по-моему, я помню, что Димитра не знакома с мамой Ильи. Так, где это узнать лучше? Вот, узнать лучше. Давай, Димитрочка, ты сейчас с ней пообщаешься. Так. Приветствовать дружески. Смешно представиться. Давайте, пусть она пообщается. Я надеюсь, сейчас не будет этого зависания. Да, кстати, Ксюша хочет в душ. Иди, принимай душ. Ну вот. Они познакомились наконец-то спустя столько времени. Ее можно пригласить войти? Попросить уйти. Заигрывать? What? Похвалим наряд. Картинку мы повесим. Да, мы картинку повесим. Что у тебя с жизненной целью? 104. Так, хорошо. Купить посудомоечную машину потом. Закончить картину. Окей. Иди рисуй. Иди пиши. Реалистичную картину, большую. Оп. Что там у тебя? Григорий, говорят, вы и Димитра, нас теперь друзья. Она мне нравится. Конечно, она же твоя дочка. Ты чё? Илюшенька, что у тебя? У него тут потребности... Ой, Фотис! Фотис! Фотис пришел, Лидия! Лидия спит. Фотис, Фотис, иди, обними Фотиса. Давай, Лидусенька, просыпайся, иди обними своего сына. Она что, хочет поплавать? Хорошо, поплаваешь. Джакузи потом. Она сейчас обнимет Илью. Так, Димитра. Максим, в... Нет, мы пока никуда не будем идти. Что у вас там с клубом? Почему не работает внимательная атмосфера? Так, ему надо закончить... Так, это ему в школу надо сходить, но он пойдет покушать. Почему-то какой-то из детей разозлился. Кто это разозлился? Денис второй. Это плохо. Кто тебя разозлил? Давай иди покушай. Взять порцию. Что у тебя с 7 уже? Окей. Так, Агаточка. Агаточка, ей нужно в шахматы играть. Но шахматы у нас, шахмат пока нету. Достичь 5 уровня навыки творческих способностей. Поиграет с 3 игрушками. Кто домик, блин, сломал? Какого фига? Анжела плачет. О боже, Димитра рисует. Лидия пойдет обнимать Фотиса. Кстати, она где? Беги! О, она прям на всех парах мчится к Фотису. Привет, сынок, как твои дела? Давайте с ним поболтаем. Поделимся фотографиями. Поднимем настроение. В Инстаграм, наверное, залезла. Дадим совет по кулинарии. И узнаем, как прошел день. И потом пойдем покушаем. А, нет, для начала мы за садом... О, здрасте.
Покормим коровку и поухаживаем за садом. А, способствовать росту, кстати, да. Давайте поспособствуем росту. Поухаживаем за садом. И соберем весь урожай. Лидия, ты бы оделась, что ты как это? Илюшенька, что у тебя с... Отлично порыбачить 6 раз. Давайте, наверное, мы не будем Илью мучить. Мы его отправим кушать. Кто там названивает? Ёшкин кос. Лукреция! Вау! Так, смотрите. Так, Илюшенька, иди, маму свою обними. Ты ее давно не видел. Попросить уйти. Выразить восхищение. Давайте. И узнаем, как прошел день. Дружелюбные. Я не пойму, почему Симы не садятся за стол. Тут же нормальный столик. Либо стол маленький. Я не знаю, почему так. Они кушают где угодно, только не за столом. Так, Илюша, давай ты потом, после того, как с мамой пообщаешься, пойдешь и покушаешь. А что у него там? Рыбки. Продадим рыбок. Деньги нам нужны. Это не рыбка, но все равно. Ай, давай! Все равно продадим. Детали продадим. Так, откроем капсулу. И, пожалуй, уже 8 часов вечера нам нужно заканчивать собрание клуба. Давайте это сделаем. Закончить собрание. Отправим Гошеньку в душик. Принять душ. Все, ребята, расходитесь. Так, Агата. Шахматы помню. Помню шахматы. Ксюша, ты где? Ксюша тут, она хочет смотреть на звезды с Ксюшей. Давайте это сделаем. Другое. Другие варианты. Предложить посмотреть на звезды. Давайте. Ну, а Лаврентиус пойдет качать творческий навык. Он дорисовал эту картинку? Нет. Положить. Убрать, и потом он будет рисовать. Так, Илюша, ты с мамой общаешься? Хорошо, иди кушай. А, Димитрочка, иди пообщайся с свекровью. Сказать, твоя мама поднять настроение и хвалить внешний вид. И картину, да, повесить. У нас скоро тут не будет места. Как ты у нас не выполняется жизненная цель? Ну вот, продаем картины и сразу все. Деньги уменьшаются в жизненной цели. Так, давай нарисуешь уверенную картину. Тарелочку отправим в нанобак. Димитра пойдет починить домик. Чинить. Илюша, ты там кушаешь? Да, Илья покушал. Пойдет, примет душ. Принять душ, а Лидию мы отправим готовить кушать. Давай. Готовить. Что мы можем приготовить? Оладьи, жареная тилапия, торт, хрустящий тост, рыба с жареным картофелем. Вот, то, что нужно. Очень вкусно, я думаю. Так, Илья помыл тарелочку, Димитрочка все рисует.
Да, кстати, Лидусенька, Лидусенька, она очень голодная. Давайте продадим яблочки. Что там с нашим садиком? Не вздумай кушать торт. Не вздумай. Илья принимает душ. Кто там у нас свободен? Так, давай, иди покорми корову. Хватит тут. Агата. Агата хочет начать собрание. Мы начнем, но потом. Гоша, что ты хочешь? Он что-то с Ксюшей хочет рассмешить Агату. С Ксюшей, Агатой. Давайте рассмешим. Веселые действия. Смеяться над взрослым, рассказать хамский анекдот. Да. А Ксюша хочет все купить и купить. Нет. Хочет восхищаться новым шоу и... Боже мой. И сочинять шутки один час. Это делается, по-моему, нажмите на компьютере, да. Хорошо, но ты пойдешь... А где ты книжку делала? Где на книжку дело, блин? Вот как я теперь книгу найду? Куда ты книгу дела? Ксюша! Куда ты книгу дела? Блин, хоть бери полку покупай для этого. Черт. Как книжку найти? Куда она ее дела? Ну, ёшкин кот. Ты нарисовала картину, Димитра? Да, нарисовала картину. Вот же ж, блин. Так, иди, ты хотела там быть дружелюбной с Ильей. Вот, пожалуйста, иди прям вот в туалет. Поцеловать щеку, позвать, поднять настроение. Давай, иди. Сосредоточимся на Илье. Шедевр хочет нарисовать. Закрепим. Ксюша восхищаться новым шоу хочет. Вот давай как раз. Дружелюбные, выразить восхищение. Так, вот, давай повосхищайся, а потом будешь кушать. Открыть. Взять порцию. Дальше смотрим. Илья хочет стоять, быть дружелюбной с Димитрой и рассмешить Димитру. Так, давай, давай, давай. Рассказать исторический. Подождите своим зачать ребенка и выразить восхищение. Смотрим детей. Подожди, так у нас же есть компьютер. Я чё, я с ума сошла, что ли? Почему я решила, что у нас нету компьютера? Естественно, нужда использовать. Агата спит, но ее нужно покормить. Тарелочку, оп. Давай, Агаточка, вставай. Я не знаю, куда дело книжку. Ксюша, надо полочку купить. И она потом... Нажмем на действие убрать книги, и книга найдется, в общем. Да, играть с кукольным домиком. Тут у нас темно, надо будет повесить лампы какие-то. Давай, иди, играй в куклы. Что по жизненной цели? Играть с тремя игрушками. Я думаю, сначала творческий навык мы ему будем развивать, а потом рисовать транспорт. Так, Димитра, куда ты ушла спать? Ули, тут желания не закончены. Что ты хочешь? Быть в одиночестве, получить... Оставшись в одиночестве, это будет сложно. Повысить хорошо. Мы не будем это желание выполнять. Я думаю, оно очень сложное. О, смотри, посадить что-нибудь. Слышь, что ты можешь посадить? Что у тебя есть в инвентаре? О, куколка, смотрите-ка, у нас, по-моему, такой нету куколки. Я не знаю, что он может посадить. Не будешь ты знаком садоводства заниматься.
Так, куколки, куколки. По-моему, у нас такая есть кукла. Или нету? Час. Нет. Нет. Нет, у нас такой куклы. Надо покупать полочку и ставить куколку. Очередная куколка в нашей коллекции. Будем собирать коллекцию. Я вообще думаю переместить эту всю коллекцию в подвал и там все коллекции собирать, которые только есть. Светильник для бассейна хочешь? Ладно, выполню. Ксюша, что ты делаешь? Где ты книгу дела, блин? Тут, кстати, можно разместить диванчик и книжную полку. Чего ты хочешь? Узнать лучше Агату. Давайте. Агата пошла спать, но подожди, Агаточка. Агаточка, стоять. Вот, иди сюда. И Гоша узнает тебя лучше. Да что ты дергаешься? Кто тебя трогает? Так, дружелюбные. Другие действия. Где-то узнать. Узнать лучше. Видите, как-то детки хотят между собой общаться, и она потом будет восхищаться новым шоу. Лаврентиус у нас рисует. Он дорисует эту картинку, пойдет покушает, и потом пойдет спать. Боже, что вы такие? Вот как раз вот это. Скушаешь. Что вы тут делаете, ребята? Илья потом пойдет поспит, скорее всего. А Лидия что хочет? Лидия хочет помочь выполнить домашнюю работу Георгиусу. Хорошо, будет сделано. И что это? Поплавать. Вот, давай. Вот иди как раз плавай, раз ты так хочешь. И да, надо будет купить светильники. Плыть сюда, плавать кругами, купаться нагишом, купаться, плавать кругами. А, так, Илюшенька. Ух ты, какой чистюля. Давайте его все-таки отправим спать вместе с Димитрой. Давай будешь восхищаться новым шоу. Вот. Ксюша. У Ксюши бодрость плохая, поэтому ей надо присвоить. Нет, это не твоя кровать, к сожалению. Лаврентиус кушает и все. Давай, Агаточка, идем. Господи, где наша ванная комната? Вот она. Иди в туалет использовать. Потом она покушает, если будет что кушать. Открыть. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Игрушку можно в ящик спрятать. Вот у нас ящик тут есть. О, боже, почему мы открыть? Так, хорошо. Переместить в мир. У вас еще есть в инвентаре игрушки? Больше нету. Так, Агата. Агата покушает. Так, стоять. Подожди. Подожди. Мне кажется, ты не того тренируешь. А не того, смотрите. Вот, блин. Выключаю. Давай. Классный мальчик получился. Эй, давай, блин! А, боже, почему с вами так сложно? Все, давай, тренируй космического монстра. Тебе еще. О, смотрите. Собрание клуба будет. Агата будет кушать. Давай, Агаточка, кушай. Едуся, ты поплавала уже? Да, смотрите, она в купальнике сидит. Узнать лучше Агату. Давайте.
дружелюбные действия. И я со временем буду покупать дополнения, которые имеются при первой же возможности, потому что у меня сейчас нету ни родителей, ни вампиров, вообще ничего не стоит из этого. Так. Коровушка, ты в порядке? Ухаживать за садом. Давайте проверим сад, кстати. Поухаживаем за садиком. Так. Способствовать росту. До этого она доберется, интересно, кустика. Так. Способствовать росту. Тут еще какое-то. И все. Почитать что-нибудь. Почитаешь, как только мы купим книжную полку. Я надеюсь, Ксюша у себя спит. Да, она в своей кроватке спит. Ты поела? Ой, как они мило общаются. Давай уже, ты поела, давай иди спать в свою кроватку. Георгиос. Димитра, ты что? Что встала? Ага, она идет в туалет. Давайте Гоша еще покачает монстрика. Кошмичишкова. Тренировать. Вот, да, иди тренируй. Лаврентиус спит. Агата тоже пошла спать. Так, Лидуся, давай поставить на место. Так, вот это мы разместим сюда. И что дальше? Гоша тренирует космического монстрика. Вот у нас тут есть 2 десятых. Очередной на подходе. Картинку мы продадим. Вот так вот. Ну и я думаю, на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Или вниз, ну, как вам угодно. А с вами была Танами. Всем пока.